Well,
Чувствую прилив сил. Мои тренги! Чувствую его. Yeah.
опусти взгляд, мой конец близок. Сын мой дорогой, теперь ты знаешь. Отец, я понял. Понял, о чем ты говорил. Ступай в Вальгаллу и сражайся вместе с Рагнаром в вечной войне. Твой отец хороший воин. Он встретил смерть как Дрэнг. Когда-нибудь я стану как он, настоящим Дрэнгом. Хорошо. Осмотрись, Сюнин.
здравствуй! Лишним не будет. То, что надо. Уже уходишь? Жаль. Мне пора. Что? В чем дело? Финнер! Нет. Если ты не от Хальфдена, нет. Не важно, кто ты. Важно, почему на троне Восточной Англии нет короля. Потому что нужный человек пока не женат. Вот женится, и будет у Восточной Англии король. Вот радость. И кто он? Знаешь, мне снился чудный сон. Я плыл по Хельхейму на огненном Дракаре. Сны о смерти нередко предвещают смерть. О, какое было бы облегчение. И, кстати, на что тебе захолустный король? Даны отсюда напали на мой клан. Я хочу знать, почему и как не допустить новых набегов. А, это клан Руда. Убили прошлого монарха, Этельстана. И нового, полагаю, ждет та же участь. Дан не может усмирить данов? Какой же ты наместник? Знать бы как, давно бы очистил от них наши земли. Клан Руда! Кость в горле и для данов, и для саксов. Ты самый жалкий воин в этих краях, клянусь. Отвесь королю пинка и в бой! О да, пинок ему не помешает. Ему б хоть что-то, чтобы победить. А так, ни отваги, ни армии, ни характера. Если он хочет прожить подольше, ему нужна поддержка семьи невесты. Но и ее нет. Они презирают этого червя. И кто же твой король-червь? Озвальд из Альменхэма. До вторжений был советником короля Эдмунда. Последней саксонской знати, кто хоть что-то значит. Почему не короновать Дана? Ярл Хальфдан все сказал. Саксонский король и жена из данов. Это символ единения. Но Озвальд не из тех, за кем с улыбкой идут в бой. Он слаб, и даны ему не доверяют. Где он сейчас? Взгляну, подумаю, что можно сделать. Вы разминулись. Он отбыл в Эльменхэм. Снова хочет молить о мире. Езжай по дороге от Северных Врат. Может, догонишь. Осмотрись вокруг. Ты
все на своем пути! Я построил тут дом. Клан Руда напал и на нас. О, хорошо, когда у тебя есть дом. А мой сожгли много лет назад. Кстати, кто же это был? Не ссорьтесь. Даны или саксы, мы хотим одного – мира. Чтобы возделывать землю и строить дома, не боясь клана Руда. Пока эти снова не нарушат этот мир. Вздор. Их дом теперь здесь. Так же, как наш. В будущее мы пойдем вместе, не порознь. А что с напавшими на нас данами? Что ты сделаешь с ними? Став королем, я... Став королем, я все исправлю. Быстрее, я стану крылатым троллем. Я Эйвор из клана Ворона. Ты Озвальд? Да. Ты ведь не хочешь убить меня? Убивать королей не в моих привычках. Знакомиться – другое дело. Я Озвальд, да. Сколько себя помню. Так что случилось, Озвальд? Сегодня утром на нас напали люди Дана Руда. Они грабят селения по всей Восточной Англии. И с каждым днем становится все наглее. Они знают, чьи это земли? Думаю, да. Но им плевать. Разорение коснулось и моего дома. Не хочу, чтобы это повторилось. Похоже, все надежды возлагают на тебя. Став королем, ты сможешь объединить саксов и мирных данов. Пустяковое бремя, да? Бремя, достойное короля. Поехали, Эйвор. Обсудим мое туманное будущее по пути домой. Зачем тебе Вальменхэм? Подготовка к свадьбе. Я хочу заключить брак с женщиной из данов, Валдис. Она из рода Хальфдена. Что ж, удачный брак – залог надежного политического союза. В чем заминка? Заминка? У меня нет разрешения жениться. Ее братьям я не по нраву.